А в сказке про Буратино люди поверили в поле чудес. Я полагаю, что эти владельцы, они очень точно прочувствовали, к сожалению, самую большую, может быть, беду нашего государства, которая стала болезнью в течение вот этих 70 лет, и особенно это проявилось вот в преддверии окончания существования этого самого Советского Союза. Это потребительство. Зачем работать, если можно не работать? Людьми двигала жажда быстрой наживы. Они верили, что кто-то добрый их накормит, напоит и обует. А их действительно обували. Причем в больших масштабах. Огромная страна с удовольствием проявила себя как страна мошенников, как страна жуликов, как страна людей, которые готовы свое честное имя, свое прошлое, свое там некое богатство, я не про финансы, а про то, что я честно заработал там, вот, все это похерить и пойти, так сказать, в замечательную историю. Вот я вложу 100 рублей, а получу 200. Куплю Жене сапоги. Кончилось все закономерно. Для населения потеря денег.